Добрый день. Тайна огня, тайна углей. Вот. Все наши предки, как и мы, завораживающе, как и я, завораживающе смотрим вот, на огонь, на пламя, на угли. Вот, на наших глазах кусок полена там, или органика превращается ну, в тепло, в энергию, в свет и тепловую энергию. И вот это таинство и загадочность вот этого процесса, ну, может быть эмоциональная, может быть в нашем сознании, она завораживает. Особенно завораживает этот огонь, вот, когда я сижу в пасынках, на нарочи, дома, вечером, когда вокруг тишина, никого, все люди спят, которые там остались. Я, глядя на этот огонь, я вижу, ну, чувствую, что вот тут вот прямо на поверхности лежит какая-то ну, тайна, какая-то тайна, какая-то загадка, которая, разгадка, которая вот на поверхности, она присутствует. Просто надо это как-то увидеть и разгадать эту загадку вот, великую. Конечно, я не чувствую, что я ее разгадаю, но я чувствую, что она присутствует. То есть разгадка, вот ответ лежит на поверхности. И поэтому я все время, как бы не все время, но часто возвращаюсь к этому вопросу с тем, что может быть кто-то тоже посмотрит, может быть как-то что-то увидит и разгадает ее. То есть я надеюсь, что кого-нибудь из вас... мои измышления, может быть, глупые, но натолкнут на мысль, и вы разгадаете эту тайну. Я очень на это надеюсь. Бритфизика. Очередное продолжение. Незапланированное. Вот нарочь, тишина, в камине. Горят дрова, а мы сидим и размышляем. Да, некоторые химики надо мной смеялись. Там, где там углерод, не углерод, дым. Ну, наверное, правильно они поступают, потому что они химики. Но я же физик, ядерщик. Вот, изучал квантовую механику. Вот, и поэтому вот сижу и размышляю. Да, мы видим, вот в камине дрова, где-то пламя, и где-то вот, ну, дым такой вот, синий дым. Но как только там пламя появится, то есть вот что-то, ну, наверное, это там СО, а СО2 это вот сажа, которая вот с этого пламени образуется. Но меня как бы эти не беспокоят не химические всякие, теплотворные свойства, этот палево, топливо, там еще что-то. А я вот реально сижу и вижу. Вот есть дрова, есть огонь, пламя, есть внутри там вот жар, пепел. А есть вот где-то вот там сизый дымок, про это самое проклевывается. И вот размышляю, исходя из формулы, Е энергия равно дельта М, то есть дефект массы, на скорость, на С. Но это все как бы закон для вакуума. Да. В условиях вакуума, да, наверное, эта формула реальна. А вот мы смотрим превращение там чего-то, то есть получение энергии. Мы видим процесс, когда энергия, тепло, значит, энергия выделяется из вот этих вот головешек, из этих палок. И я думаю, да, что если перенести на реальную среду, вот на этот камин, на эти дрова, на эту ситуацию, эту формулу, то
Е, оно тоже будет Е равно дефекту массы, умноженное на скорость света, ну, возьмем ее как бы за основу, с коэффициентом. То есть это уже другая скорость света, умноженная на коэффициент, это уже будет другая скорость. Ну, вот для нашей реальной среды, где нет вакуума, а есть вот эта вот беседка, этот воздух окружающий. То есть с каким-то коэффициентом. И всякие там теплотворные там и все, всякие преобразования, химии, все, туда по боку. И мы задача определить этот коэффициент. Может быть, вот для каждой среды, для чего-то. Этот коэффициент, возможно, они разные, эти коэффициенты, для разных условий. Но формула должна работать, потому что есть масса, есть энергия. И больше вот ничего не существует. Есть масса, есть энергия, ну и скорость разгона вот этих вот электронов, там кого-то, да, вот что-то там, какая-то скорость. Так вот, я думаю, если закрыть глаза на химию и теплофизику, на все, а если подойти с точки зрения квантовой механики, то тут и будет Е, энергия, которая выделилась, равна дефекту массы, потере массы, умноженная на скорость света с коэффициентом, скажем так. То есть эта формула должна работать. Нет никаких других процессов. Есть масса, есть энергия. Энергия, масса, вот в данном случае масса переходит в энергию. Ну, как найти этот коэффициент? Ну, не знаю, взять вот эти вот, изначально эти головешки взвесить, потом полученную сажу, вот тот дымок, который исчез, минусовать, то есть как бы то, что... И вот эта вот разность там, которая в итоге получится, она вот и перешла в энергию. Ну и надо, и дальше надо считать. Вот, то есть провести внимательный эксперимент без вот с точки зрения вот этой вот формулы. Е равно дефекту массы, умноженное на скорость света с коэффициентом, с поправкой, так сказать, на нашу реальность. Я думаю, это должно работать. Все же просто. Может быть, у кого-то получится. Желаю удачи. Пока. Для термоядерного синтеза с ядрами водород, дейтерий, третий. Вот. Там требуется высокотемпературная плазма, давление. А тут вот мы смотрим на этот костерочек и видим, что тут углерод, кислород. И, пожалуйста, тебе сколько хочешь плазмы. Ведь пламя считается, что это, ну, плазма, низкотемпературная плазма. Может быть, мы вообще ошибаемся? Что считая, что вот для синтеза там из водорода, может быть, как раз это ошибочное направление там термоядерный синтез делать. Вот, может быть, наоборот, чем тяжелее элементы, тем меньше температура, меньше давления. Ну, во всяком случае, вот здесь вот внешняя температура, давление, и тут плазма тебе, пожалуйста, циркулирует. Мы же не знаем, что тут в основе, вот откуда вот это берется, эти самые плазмы. Это тепло, сам процесс. Если смотреть с точки зрения вот, ну, квантовой, ядерной или атомной физики. Да, по химии все просто. Вот возьмем уран,
Так он вообще там распадается, там расколки, там что-то, да, он сам распадается. Или там нейтрончик прилетел, и все. Это ж, ну что там принес этот нейтрон энергии? Вообще хватает. То есть, может быть, это ошибочное направление, что термоядерный синтез нужно вот на легких ядрах. Может быть, он на более тяжелых ядрах пойдет гораздо легче, с меньшими потерями. Вот, и напряженностью. Потому что вот, я смотрю на огонь, да, тут все есть, все просто и понятно. Когда две детали трутся друг от друга, ну или две поверхности, вот трение. Там тоже и тепло выделяется, и все. Вот, и происходит деформация поверхности, ну, с разрушением там. Так вот, если задуматься над этим процессом с точки зрения ядер, вот электроатомов, кристаллических решеток, так вообще вот в зоне трения вот, ну, одной деталюшки в другую происходят колоссальные процессы. Ну, их, конечно, обобщают законами Ньютона. Но если посмотреть глубже, там же, ну, что значит, вот, неровность зацепилась за неровность и оторвала кусок неровности. Так это же неровности эти состоят из атомов, это рвутся там и атомы, атомные связи, вот какие-то. А как там ведут себя ядра, электроны? Это вообще кошмар. Ну, нас устраивают законы Ньютона, но меня нет. Меня интересует, вот, а как вот то, что происходит там на самом деле, как вот с точки зрения ну, квантовой физики описать это. Вот, да, с той формулы E равно дельта М на С, ну, с коэффициентом. Не знаю. Примерно так же, как трение, вот горение. Да, тут что-то происходит там от химии вот до пламя, плазма. Но мы видим, сидим спокойно и видим, что масса исчезает, и она вот догорит там до углей, до пепла, то есть масса исчезла. Тепло, да, тепло, вот мы на расстоянии сидим, значит, ну, считаем, вот та плазма разогревает молекулы воздуха, которые там, они толкают другие, и вот те, которые мы ощущаем тепло, что это вот молекулы воздуха колеблются, мы ощущаем тепло. Ну, наверное, так. Но ведь там же вот плазма, откуда она бралась и берется? Может быть, это вот синтез чего-то. Да, химическое соединение. СО2, да. Образуется СО2. Но от этого бревнышка, от этого углеродосодержащего элемента несчастного, которое сгорит, до СО2 процесс длинный. Вот, и хотел, да, обобщаем там. Помножили теплотворность, там еще что-то. Да, теплотворность. Ну, а как же вот эти вот законы? Да, тут все происходит, миллиарды там, и вот, неизвестно в какой степени там происходят процессы. Из этих вот процессов, ну, складывается вот это вот пламя, которое мы видим, ну, свет. Свет, оно же излучает, и тепло. Но плазма, все вот тут плазма, вот она образовалась, эта плазма. И вот она как она себя ведет, так вот странно. Вот что самое интересное. И как это описать?
законами квантовой физики. То есть наличие ядер, атомов, электронов, ядер вот этих атомов. Как, что тут происходит? Ну, синтезы, распады. Ну, что-то тут происходит такое, что должно заинтересовать и физиков, занимающихся вот проблемами ядер, электронов и вот теории относительности, да, квантами. То есть квантовой физикой. То есть что-то тут есть, энергия из раздела, что энергия равна дефекту массы на вот на какой-то, ну, на скорость с каким-то коэффициентом. И если вот как-то вот со всем этим разобраться, то, может быть, упростится наше понимание природы. Ну, не только, нет, оно вряд ли упростится, а вот описание, физика упростится, математика, которая существует в физике, которая описывает все процессы. Вот, надо это искать. Заглянем в жерло. Вот как там играет все, что-то происходит. Как на солнце, так термояд. А как вот в моем камине, в нашем камине на нарочи, так тут химия. Нет, братцы. Не все так просто. Наверное, здесь присутствует термояд. Какая красота. Какое совершенство. Ну, всего хорошего. Спасибо за то, что послушали, посмотрели. Желаю удачи. Дерзайте. Мы тайны эти с корнем вырвем у огня. Удачи вам!